Добрый день, друзья. Добрый день. Игорь Жабский представляет. Сегодня 19 августа 2018 года. Я в бухте Астафьево, куда мы пришли из бухты Витязь. Мы сегодня путешествуем с Мариной и Сашей с Мирьян ДВ. Вот, совершили прогулку на катере по акватории Хасанского залива. Вот прибыли в бухту Астафьево. Чистейшая вода, тут биосферный заповедник. Вот здесь за сопочкой уже начинается. Сейчас я войду в воду и пройду. Потом посмотрите, какая тут вода. Вот моя нога. Вода вообще чудо. Вот идешь, а она прям как изумрудная. Кто-то уже накупался, выходит, а мы заходим. Вон Марина с Сашей, сейчас я их покажу. Вон они купаются. Наша группа пошла к замку Янковского в бухте Витязь. А мы уже были там в 2014 году. Вот на бухту Астафьево еще раз уже пошли одни. А наша группа потом подойдет. Сейчас я покажу вам берег уже. Там солнце, не знаю, как будет вид. Народу тут немного, потому что добраться сюда достаточно проблематично на машине. А на катерах, хотя люди набираются на машинах, на катерах спокойно. Еще раз показываю воду вам. Вон мое изображение. Привет, друзья, привет. Вот Марина уже подкралась тут. Вот она. На Гавайях. Марина говорит, мы на Гавайях. Можно сказать и так. Чистейшая вода. Время 3 часа. Мы в 6 отъезжаем, поэтому времени, как говорится, вагон. Еще раз показываю вам прибрежную полосу, где народ отдыхает. И мы будем выходить. Я покажу вам прибой небольшой. Пойду гулять по скалистым берегам. Тут с маской я в 14 году плавал очень здорово. Под водой все видно. И ежи, и звездочки. Дамы загорают. Тут в воде не спрячешься, потому что все видно. Все фотографируются. Вон красивая дама стоит, загорает. Вообще чудесное место. Самое главное, людей мало. От того и порядка больше. Сейчас отлив. Небольшой прибойчик, и он водоросли немножко нагнало. Вот мы выходим. Выходим на бережок.
Сейчас и Марина, он будет выходить. Красота! Ну все, друзья, на этом я, наверное, буду заканчивать. Пока!